Мы находимся на новоселье у Саши Попова. Но это не просто новоселье. Вы знаете, оказывается, это новоселье фактически уже перерастает в свадьбу. Вот, свадьбу Татьяны Булановой и Саши Попова. Итак, сегодня мы посмотрим, все-таки она состоится или нет. Но, ребята, кровать-то уже есть. Друзья называют его просто солнечным мальчиком. Человек-улыбка. Я бы даже так сказала. Сегодня мы находимся на таком своеобразном мероприятии. Мы узнали уже очень много интересных секретов, о которых расскажем вам позже. Ребята, вы замечательная пара. Очень красиво смотритесь вместе. А что вы думаете по поводу пары Татьяны и Саши? Это идеальная пара, которая могла сложиться в творчестве. Наикрасивейшая, еще внешне, я говорю, как художник. То есть, это действительно, это не слухи, это правда, что они вот-вот поженятся, все, да? Пускай это будет загадка сегодняшнего вечера. Буквально несколько минут, и вы все узнаете сами. Мы не можем разглажать это. Об этом даже мне интересно узнать, потому что, на самом деле, я шла к ребятам, но вот такого, что вы сказали, я, например, думаю, многие удивились. Вот такого, как кровать, например, на сцене, многие это, не ожидали. Это специально ждет именно ваших зрителей сюрприз. Вот оно, что. Мы ее устанавливали целый час. Замечательно, здорово. Сегодня будут какие-то эротические сцены, да? Да. Думаете, да? Я думаю, я уверен. А вот кровать, как вы думаете, они что там будут делать на этой кровати, да? А вот по поводу кровати я кое-что знаю, но пока буду умалчивать, потому что этот секрет сегодня откроется Саше обязательно. Ой, пойдемте, вы мне расскажете. Творческой любви. Ну, я считаю, что творческой любви это однозначно, но еще и то, чтобы это их воодушевляло, это их давало им крылья, давало им полет, для того, чтобы они еще записали не одну песню, а сделали целый альбом, и мы будем очень рады. И я обязательно в таком случае напишу для их альбома... Да, обложку альбома. Обложку альбома. А я напишу Обещаю. Стихи. Да. Ну, я так нечаянно. Это же нечаянно. А что, Саша, понимаешь? Я Саше желаю хорошего проведения ночи на этой постели вместе с Таней Булановой. Ну, посмотрим, проверим. Я думаю, ну, а девушка скромная, мне кажется, она одна-то уляжется. Да, и выгонит его, да? Конечно. Будет отказ, да? Сюда. Отказ. Отказ будет. Делаем ставки, господа. Я вот думаю, что на этой постели Саши должна была оказаться я. Почему он лежит с Танюшей? Но надеюсь, это всего лишь творческий дуэт. Это ошибка. А наши отношения с Сашей действительно закончатся серьезно, и нашу постель никто не увидит. Мы собрались. Что происходит вообще? Вы знаете, всегда много чего говорят здесь вокруг. И меня больше всего поразила вот эта кровать. Я сегодня говорю, я как зашел, я увидел в клубе кровать. Сюрприз. Я не понимаю, что она значит. Куда это все клонит. Но, тем не менее, я вижу счастливого Сашу сегодня, который наматывает круги вокруг Татьяны. Это все, что я сейчас вижу. Я знаю очень давно Таню. Я очень давно знаю Сашу. Нет, Сашу я знаю меньше. Не так давно, лукавить не буду. Таню знаю очень давно. Но вместе я их вижу впервые. Что там? Какая там интрига? Как это вяжется с этой кроватью? Я только сейчас, только сейчас вместе с вами, со всеми, буду, вот так сказать, вникать в это. И я сгораю от любопытства, мне очень интересно. Что? О, начало! Начало! Разбегаются глаза, раздеваются люди. Почему-то где-то там стучит внутри. От тебя сейчас ничего не убудет. Просто лишний раз на меня посмотри. Супер прочный, как металл, никогда не сдавался. Супер будет, если ты выбираешь меня. И в способностях своих ты не сомневался. Знаешь, будет только так и ни шагу назад. Я запоминаю тебя, запоминаю. Взглядом своим тебя раздеваю. Ты вбил себе в голову, что люблю тебя.
сердце навсегда. И мне не важно, что говорят, ведь ты как снаряд вбил себе в голову и шагу назад. Ты не можешь быть одна, и твои увлечения даже мне не по зубам, решай все сам. Все же дай ты мне шанс, и без сожаления. Это время для двоих, история про нас. Ты запоминаешь меня, запоминаешь, взглядом своим меня раздеваешь. Я вбил себе в голову, что люблю тебя. Вбил себе в голову раз и навсегда. И мне не важно, что мне говорят, ведь я как снаряд. Вбил себе в голову и шагу назад. Девчонки! Ты вбил себе в голову, что люблю тебя. Вбил себе в голову раз и навсегда. И мне не важно, что говорят, ведь ты как снаряд. Вбил себе в голову и шагу назад. Я вбил себе в голову, что люблю тебя. Вбил себе в голову раз и навсегда. И нам не важно, что нам говорят, вся жизнь как снаряд. Вбил себе в голову, то ни шагу назад. Вбил себе в голову, то ни шагу назад. Я желаю Саше приобрести еще не одну квартиру, и не только в России, а за рубежом в частности. И, собственно говоря, записать не один дуэт, а с ведущими певицами не только России, а также с зарубежными мировыми знаменитостями. Я желаю Сашуле и Танюше тоже, в общем-то, творческих успехов, творческих дуэтов совместных. Вот. Никаких романов не желаю ни тому, ни другому, потому что у Танюши есть муж, у Сашули есть я, собственно говоря. Так что всем деток счастья и любви. Ребята, мы нашли девушку Сашу, вот она, вы смотрите. Его зовут Саша, он один такой. Его зовут Саша, самый нежный и родной. Его зовут Саша, он такой один. Его зовут Саша, самый нежный из мужчин. Очень приятно, что на нашей эстраде, на этой звездной эстраде появилась еще одна маленькая звездочка как дуэт. Почему маленькая? Потому что слишком большой мир, да, нашего шоу-бизнеса. Но я считаю, что эта маленькая звезда после сегодняшней презентации взлетит и станет самой большой, поскольку их дуэт очень замечательный, песня очень красивая, и я думаю, что они напишут и будут петь еще много-много дуэтов. Я им желаю всего самого хорошего, и сегодня по-настоящему просто праздник. Горчит долина, губ твоих долина, и дуб на обе теплый дикий. Мне надо знать, что еще любима, любим, и ты в этом просто помоги. Девочки, вы знаете, говорят, что у Тани с Сашей роман. Да ладно. Это что, роман это имя? Ребенок, роман. А может, Сергей тогда у них? Или Анатолий? Я даже а не может знаю. Быть, Мария? Открою секрет. Это неправда. Роман у нас с ним. То есть вы думаете, что это все слухи, в общем-то? Я уверена, что это слухи, в общем-то, потому что я сама борюсь за Сашу и думаю, что мои шансы здесь больше. Знаете, я держала свечу, но я ничего не видела. Аида имеет допуск к телу, она держала свечу. Да? А зачем ты нас так нагнула? Это Карина нас нагнула. Думать не смогу я тебе, сама не знаю, как позволила.
давно, да, на концертных площадках. Нашлись, да, давно. Спасибо 90-м. Да, и спасибо аэропорту однажды, когда нас сблизил. Вот мы просто, Татьяна летела в Германию на гастролях, а я в Беларусь. Саша же солист Урбомоды бывший, поэтому в 90-е годы группа очень была популярна. Мы работали частенько очень вместе там какие-то корпоративы, концерты. Александр, позвонил сразу? Я позвонил, да. И вот так. Сразу. Я сразу беру вот так. Он позвонил, говорит, есть хорошая очень песня, вот попробуй. Я послушал, мне правда очень понравилось. Я говорю, давай запишем. Я говорю, обалденная песня. Я его динамила месяца три, потому что я не могла приехать. Я когда приезжала, я не могла записать вот такую вот историю. Потом я приехала специально на запись. Да, тут столько мы про вас послушали, слухов ходит. Когда свадьба? Да пускай говорят. Ну пускай говорят, я не знаю, когда. Кто-то в субботу празднует, кто-то в пятницу, и нам все равно. Важно, что и нам говорят, мы как снаряд. Бил тебе в голову и не шагу назад. Ты бил себе в голову, что люблю тебя. Вбил себе в голову раз и навсегда. И мне не важно, что говорят, ведь ты как снаряд. Вбил себе в голову и не шагу назад. Продолжение творческое будет? Я думаю, да. У меня есть еще одна запасочка очень хорошая. Опять же, нашего белорусского автора. Я думаю, конечно... Я надеюсь, я готова. У меня рука легкая, мне всегда говорил. Жуков, Рубальская говорила. Говорит, Попов, ты чувствуешь хит? Ну, я не знаю, народ пускай выбирает хит, не хит. Мы сделали свое дело, вот и все. Я могу сказать, что мне очень было приятно и записывать в студии. Во-первых, Саша еще работает замечательно. Вот Андрей Аспидов просто супер разрывовщик, человек, который... приятно было записывать. Поэтому я готова всегда. Если мне скажут, что Таня, давай, да. Я скажу, да, я готова. Таня, давай! Я готова.